Редкие кадры из Аргентины. Камера наблюдения установлена на железнодорожном переезде. Двигатель машины глохнет в самый неподходящий момент. Поезд всего в сотни метров. Спасает ситуацию молодой человек. Буквально выталкивает фургон с рельсов, да еще и успевает увернуться от надвигающегося локомотива. Ловкий герой сорвал аплодисменты машинисты, пассажиров и вообще всех, кто стал очевидцем случившегося.